Сегодня 15 июня 2021 года. Едем на Верхнюю Кубаху. Сегодня хорошая погода, 25 за окном. Днем будет больше. Поворотник поподключи. Красивые облака. Уже пошла земляника, будем собирать. Это бетонные. Frax Chemicals, большое огромное химическое предприятие, выпускающееся десятков видов продукции, нужное народному хозяйству, тяжелой промышленности, машиностроению. Строится новый завод. На самом заводе асфальтированные дорожки, ездят автобусы, развозят рабочих. Цехи информации и связи. Заводы управления. Проходная центральная. Карбамид, меламин. Завод еще строится. Впереди Купахинский коксохимический завод. Коксует уголь, называется кокс. Кокс этот нужен в тяжелой промышленности, металлопромышленности. Высокая температура, горение позволяет плавить металл. Самый лучший уголь, говорят, антрацит. Город также называется. Зигзаг. Будьте внимательны и осторожны. От него практически не остается шлака. Самая высокая температура горения. Гора Крестовая. Здесь летом, то есть зимой, катаются с лыж
в этом году зимние каникулы приехало больше 30 тысяч туристов. Вот сам завод Коксахим снова. Мост через реку Косьва. Так, справа чисто, слева. Слева никого. Справа находится горнолыжный центр Губаха. Едем на верхнюю Губаху. Горнолыжная база. Если что-нибудь говорить, мам, пап. По этой дороге ездили раньше в пионерский лагерь «Рассвет». Загубашка впереди, да? Там верхняя Губаха. Машина двигается впереди. Ох, какая! Будьте внимательны. Ямки, бугорки. Висячий мост реконструируют. Его к 23-му году хотят, да, завершить? Начали, не начали реконструкцию? Мам. Как я могу знать? Это только ехать и смотреть. Водоохранная зона. Пионерский лагерь-то. Вот эта дорога или верхняя? Или верхняя только на даче? Вот мы как едем мимо кладбища и дальше. Очередной мост. Раньше как-то приезжали там. Река Косьва. Пионерлагерь были. Это мост уже без ремонта. Вообще уже. Автобусы раньше пассажирские по этому мосту ходили, да? Конечно. До строительства нового моста. Причем до строительства, это на верхнюю Губаху. На верхнюю Губаху. Это именно только на верхнюю. Сюда вот лагерь. Тут раньше через железную дорогу мост был, теперь его нет. Встречный транспорт летит. Полоса хорошая, это. Все, вы видите, на висячем. А я знаю, знаю. Много дальше висячего. Да? Не, я просто... В другую сторону висячий мост. Он там был, но это просто ориентир. Это когда мы там были, говорил ориентир какой. О, гора какая. Все это называется Рудинской спой. Горная система хребта. Мост-то вот здесь справа будет. Там.
Вот тогда ехали от Козьмом. Чалище, нет остановиться от города, помнишь? Так, Леша, не помню я. Все абсолютно помню. Уезжайте друг друга, уступайте. А при чем его остановить? Ну, так я вот на будущее другим говорю. Мы-то правильно все едем. Дорогу никто так и делать не будет, сделали, потому что пионерлагерь ездит завод. Угу. Так себе маленько асфальтиком покрыли, потом прямо вот так туда вот. Вот прямо висячий, да. Мост. Прямо висячий мост. Точно. Вот, наверное, машины все туда. Угу. Может, справа висячий мост. Фильм-то снимали, типа, да. С Максимом тогда, с сыном, вчетвером-то приезжали. «Сердце Пармы», да, будет называться? Да, фильм. Ну, в этом году хотят его сделать, премьеру. Давно бы пора уже монтаж завершить. Хотелось бы увидеть этот хороший фильм. Писатель Иванов, Пермский край, город Кубаха. Посмотри, сколько тут. Таких просто облагородили. Но... Крышу видишь, покрыли, посмотри, дома-то жилые были. Видал, какая. А получается, много тут людей жило, смотри, сколько домов. Просто для отдыха. И чтоб... внизу-то вон там. Ну, чтобы выезжать для отдыха. Забор видишь, покрашено все. Ямка. Вот и кладбище. Ну, стекла, кладбище не надо.